Я бываю на полянках, в лесу, когда мы с мамой собираем ягоды и грибы. Но вот в городе я еще не была. Мы с мамой однажды оказались в маленьком городе. Как-то раз я помогала маме делать варенье. Непростое варенье! Грушевые! Да, даже из груш делают варенье. Я об этом не знала раньше. Мы сейчас будем делать варенье, доченька. Варенье? Здорово! Я люблю варенье! Мы из малины будем делать варенье? Нет, из груш. Из груш? Да. А разве из груш делают варенье? Конечно, делают. Оно очень вкусное. Не хуже малинового. О-о-о! Нам недавно принесли груши. Из них мы и сделаем варенье. Еще нам нужен сахар. Сейчас посмотрю, есть ли сахар. Давай я тебе помогу, мама! Давай. Так, в полках сахар есть, но его мало. Сейчас я тоже посмотрю. Так, похоже, сахара у нас очень мало. Мало? Да, придется нам идти за ним в город. В город? Ага, недалеко от нас есть маленький городок, в котором есть красивый парк. Там мы можем погулять, Люся, а затем мы пойдем за сахаром. Да, давай! Я и мама переоделись и отправились в город. На улице светило солнышко, было тепло. Я не знала, что есть в городе, поэтому решила спросить маму. Мама, а что есть в городе? Ты говорила, что там есть парк. Да, но не только он. Я видела недалеко от Дома культуры фонтан, детскую площадку, а еще батуты и аттракционы. О, ух ты! Детскую площадку, аттракционы! Ага, скоро увидишь, что там есть. Хорошо! Мы шли по дорожке. Поначалу я видела только деревья, но вскоре я увидела большие дома. Они были высокими, этажей было не два и не пять, их было 9, а может и больше. Вот это дома! Какие высокие! Да, это же город. В нем обычно можно встретить высокие дома. О! Мы почти дошли до города. Скоро мы будем в парке. Еще немножко осталось пройти. Скорее бы дойти! И вскоре мы оказались в городе. Я видела машины, светофоры, дома. А еще я увидела парк. О! Как тебе? Сколько всего, мама! Машины я вижу, дома, светофоры. О, парк! Это он? Да, мы практически пришли. Осталось перейти дорогу и все. Ура, ура, ура! Я увидела парк. Деревьев было много, а людей было мало. О, вот и парк. Идем скорее, мама! Иду. Вижу дорожки. Вижу. О, детскую площадку вижу. Ты была права. Пойдем туда. Хорошо. Мы пошли на детскую площадку. На ней были горочки, качели. А еще я увидела Мишку. Он стоял рядом с горочкой. Нет, это был не настоящий Мишка, но был таким милым. О, мама, смотри, Мишка! Он такой милый! Какая у него мордочка хорошенькая! Да, интересная площадка, красивая площадка и Мишка хороший. Пойду на горочку. Так, я спускаюсь! Я несколько раз спустилась с горочки, а затем мы с мамой пошли дальше. Мы увидели фонтан, а впереди дом, на котором была красивая мозаика. О, фонтан! Смотри, мама! Ага, а впереди дом культуры. Видишь на стене картинку? Картинку? Да, вижу! Это мозаика. Она собрана из мелких кусочков. Ого! Красиво! О, мама, смотри! Аттракционы! Как ты и говорила! Пойдем туда! Пойдем, пойдем! А? Да, пойдем! Мы пошли к аттракционам. Сначала я попрыгала на батуте, затем покаталась на каруселях. А
еще я даже ехала на машинке. Правда, она была маленькой, но зато я сама ехала. Сама! Мама, смотри, я еду! Еду, еду! Жу-жу-жу! Машина меня везет к тебе! А потом мы пошли за сахаром для варенья. Мы взяли сахар и отправились домой. Пока мы шли, мама решила спросить меня: как тебе город? Мне все понравилось, мама! Хороший город, парк хороший, детская площадка понравилась, аттракционы! Здорово! Я рада. Сейчас мы будем делать грушевое варенье. О, хорошо! Мы пришли домой, переоделись и стали готовить грушевое варенье. Мама чистила груши, а я ей давала их. А затем я посыпала их сахаром, когда мама почистила их. Потом мама поставила кастрюлю на плиту и стала варить варенье. Банок было много-много. И потом мама стала разливать по банкам варенье. Вечером мы решили попробовать варенье. Давай попробуем, что получилось у нас. Держи, Люся, вот тебе чай и варенье. Спасибо, сейчас попробую. Вкусно, сладенькое, хорошее варенье, мама. Спасибо, я старалась. Ты мне тоже помогала, доченька. Муа. Спасибо, сегодня такой хороший день. Мы в городе были, в парке гуляли, на детской площадке были. Я на аттракционах покаталась. Было весело, хорошая прогулка была. Спасибо тебе, мамочка. Муа. Не за что. Был яркий день. Сколько всего я узнала и увидела. Я буду ждать, когда мы с мамой снова пойдем в город. А пока я буду есть грушевое варенье.